Первый спектакль народных артистов Хасанского округа прошел при полном зале зрителей. В составе труппы на сцене выступили обычные жители поселка Славянка. На минувших выходных они представили свой первый спектакль «С любовью не шутят». Я уже сегодня могу вот просто искренне поздравить в первую очередь нас, зрителей, а уже актеров, которые выйдут сегодня на сцену, будет аплодисмент, это будет их поздравление в их адрес. Еще в феврале на кастинге отобрали 18 будущих театральных звезд. Среди первооткрывателей – учитель английского языка, воспитатель, предприниматель, офицер запаса, фотограф и работники культуры. Сценическое мастерство отрабатывали вместе с профессионалами Приморского театра имени Максима Горького. Это работники культуры, за которых я ни грамма не волнуюсь. Это высококвалифицированные уже артисты. Но еще плюс, благодаря режиссерам и артистам театра Горького, они повысили свой уровень, замечательные уже артисты. Поэтому я говорю огромное спасибо. И вот несколько минут осталось до премьеры. За кулисами идут последние приготовления. Наталья Виноградова, исполнительница роли главной героини, должна выглядеть безупречно. Необычайное волнение, просто думаешь, как встретят, как все получится, ничего, очень много было перестановок, мы прям, режиссерам хотелось сделать все лучше и лучше, а для нас, как для неопытных артистов, это сложно, вот эти перестановки, но тем не менее, я думаю, мы справимся, и такое серьезное, но приятное волнение. После спектакля можно было сделать вывод, что народный театр Славянки полюбят надолго. Дебютную постановку встречали полным залом Дома культуры, громкими овациями, цветами и восторженными отзывами. После успешной премьеры у местной труппы уже есть масштабные планы на новые постановки. Анна Дьякова, Наталья Фадеева, Денис Фадеев. Новости на Восьмом.